10 июля 2010 года в концертном зале Мариинского театра прошел концерт Венского филармонического оркестра. В разное время оркестром, основанным Отто Николаи в 1842 году, руководили Экерт, Рихтер, Малер, Фуртвенглер, Краус, Бем. А на памяти нынешних поколений меломанов – Караян, Бернстайн, Шолти. Дебют легендарных филармоников на фестивале «Звезды белых ночей» под управлением Валерия Гергиева состоялся в 2003-м, когда праздновалось 300-летие Петербурга. На этот раз в качестве солиста, исполнившего концерт номер 5 для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена, вместе с прославленным коллективом выступил, вероятно, самый известный австрийский музыкант нашего времени Рудольф Бухбиндер. Его петербургская публика также уже имела возможность слышать на фестивале. Господин Бухбиндер, вы прекрасно знакомы с манерой исполнения, свойственной венским филармоникам. Выступление под управлением маэстро Гергиева каким-то образом на нее повлияло? Внесло какие-то новые оттенки? You know, music is an international language. It has nothing to do with nationality. Валерий Гергиев is a fantastic conductor, and we breathe the music at the same time. This is the important thing. This is the important thing. Each conductor has his own quality. In rehearsing first with the orchestra, work with the orchestra, and then with the performance of the orchestra. And what comes in the evening is just the inspiration, and you just make music in his way, in his perfect way, as a fantastic musician.